Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Продолжаем выходить Dead Space 1, да? В прошлый раз, в прошлой серии мы остановились с вами вот здесь вот. Непонятно где, непонятно, что здесь происходит, но мы разберемся с вами. А, и мы еще эти тарелочки установили с вами, да, вот эти вот, то есть, чтобы сигнал этот был, да, чтобы вот 5G фигачило уже, да, нормально. Да, у нас краски вот, только не из фольги, конечно, у нас из железа, так понимаю, да, из какой-нибудь алюминия, не знаю, из титана шлем. Надо из фольги, конечно, тоже, но, ну ладно. В принципе, все, приятного просмотра вам. Поэтому все, кто, ну, сейчас ест, кушает, приятно чай пить, кофе пить, вообще питья. Саш, поудобнее, надевайте пледик, а мы начинаем. Так, бля, давай погнали сначала сюда. Чё тут? А, нам как раз-таки сюда, да? Здесь тут этот быстрый хер, да? Бля, у нас есть деньги? Бля. Это что? Погнали-ка обратно с тобой сгоняем быстренько. Я могу же это сделать, да? Матиды же пришли, да? Я же могу обратно сгонять. Ну. Охуенно обратно сгонял. А, здесь маленькие твари. Блять. Что ты нахуй делаешь? Ладно, погнали. Да. Ладно. Здесь магазин нигде нету. Бля, жалко. Он скажет, что я хотел стазийскую батарею взять. Что она мне сейчас очень понадобилась бы. Спасибо, конечно, за патроны. Вирус подействовал на солдат не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает в боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен. Хорошо, хорошо. Буду очень осторожен. Ага. Блять. Тихо, тихо. Ну. Интересно, блядь. Аккуратненько, блядь, делаем. Подожди, это же не просто так, правильно, вот эти штуки? Может, здесь реально есть эти? Какие-то прикольчики свои. Тихо, нахуй. Аккуратно, блядь. Такие страшные звуки здесь, охуею просто. А, ну, здесь, в принципе, ничего нету. А жаль, жаль. Чего нахуй? Чего, бля? До свидания. Отстань, отстань. Дядя, отстань. Что, блядь? Вы это видели? Что, блядь? Кого, блядь? Это что вообще? Почему их так много тут? Давай, давай, ну давай. Я только за эту хуйню, знаешь.
Че, еще один нет? Ну, все, столько двое было? Я не верю. Я не верю, что вас было только двое. Бля, страшно только так. Так, давай-ка мы с тобой сохранимся. Это был мув-момент, да, вот эти мувики, которые делают люди, вот. 10 часов мы с тобой уже отыграли, 10 часов. Бля. Я не верю, что он там один был. Ой, двое их там было, трое точнее. Там вот еще двое выскочили, нет? Я аккуратненько буду идти. Да не, я не верю. Я тебе не верю. Про это я и говорю. Сука. К нам с тобой идти в итоге. Ты слышал? Кто-то ездит. Сука, я твой рот ебал. Ну, я так и знал. Блядь! Отстань! Отстань! Дядя Петя, отстань! Блядь! Дядя Петя, отстань ты от меня уже! Ну, давай! 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 А ты, сука, хуила. Давай, 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 давай. Бля, с меня аж до мурашек. До мурашек аж. Я ж говорю, их там было четверо. А вы мне, я же знаю, вот это все ваше. Я думаю, не говорю, что я заново сейчас буду с этими четырьмя. Он быстро ждал, он довольно-таки быстрый, я не спорю. Но мы с вами смогли убежать от них тогда, помните? Блять, заново что ли? Давай, знаешь, мы что сейчас с тобой попробуем, смотри. Давай, хуйня, погнали. Бежали отсюда, бежим, бежим, бежим сразу. Блядь! Отъебись от меня, отъебись! Блядь! Отъебись! Пожалуйста, отъебись! Отъебись, нахуй, пожалуйста! Блядь. Давай, давай, лезь, нахуй, лезь. Давай, 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 ну давай. А, вот и отсосал ты, блядь. До свидания, ебать. Вот и все, блядь. Вот так решаются дела у нас, знаешь, на районе. У нас только так решаются дела. Бля, мне честно бы, знаете, еще бы силовой узел. Конечно бы. Ну, смотрите, так у нас догоняет, типа, если мы будем бежать. У нас догоняет, но он останавливается, когда у нас есть фора с вами. Это очень хорошо. Да уже ничего такого нету. Не, игра реально атмосферная довольно-таки. Что здесь? Тут больше ничего нету. Все, let's go. Бля, это в рот ебался, тут их много. Прикинь, четверо. Таких челиков тут было. Я его рот ебал.
Пошли-ка с собой сохранимся сначала, да? Ну его нахуй. А вот сразу это сделать. Блять, не туда бегу. Блять, куда? А вот сюда. Потом вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Бля, это жестко. Честно говоря, это жестко. Фу, бля. Так, let's go дальше. Ага. Let's go дальше с тобой. Что, блядь, было? А? Подожди, может здесь внутри что-то еще есть? Не, да что это за стук был? Такой жесткий. Ту-дум, ту-дум. Так, let's go, дальше. Бля, ну если это будут в финале вот эти челики быстрые, да забейте, без таких вот этих хернь, блядь, их, ну, их победить, типа, ну, очень сложно, очень сложно. Так, я сам себе путь, что ли, загородил? Тихо, блядь, стул. Фух, меня шрально чуть передергивает. Сука, блядь. Подожди. Блядь, ну только не они, пожалуйста. Давай мы с тобой ты знаешь, кого уберем. Давай-ка мы краски вот сюда это уберем. Тихо, 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 тихо. Дядь Петь, не надо. А ну вон, тварь какая-то лежит, да? Зачем мне вот это топливо, если мне это нету? Дайте мне нормальные патроны, ёбаный. Бля, дядь Петь, пожалуйста, я тебя прошу, не надо. Знаешь, знаете, такая нагнетающая вообще обстановка. Очень нагнетающая обстановка. Что, да, посмотри, что у нас с тобой есть. 8 патронов в запасе у нас с тобой есть, и баллон еще есть. Короче, 18 патронов у нас с тобой. А хуй, блядь. Ты угадал. Блять. Здесь закрыто все пока. Айзек, я установил, где ты, хотя сомневаюсь, что я мог туда добраться. Чертов корабль почти развалился пополам. Я добрался до мостика. Тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Я хочу разблокировать все двери, чтобы попасть в двигательный отсек. Попробую перехватить тебя уже там. И смотрите, у нас всего лишь 6 вентиляционных этой шахты, я не могу выбрать. Вот тут есть. И 2 сзади. Наверху я там не знаю, но 2 сзади. Короче, 3 всего лишь вентиляционные шахты есть у нас с вами. Угу. Ага. Да? Смотрите, спокойно стало резко. Значит, сейчас какая-то хуйня будет. Я, блядь, уверен в этом. Ёпт, открой ты нахуй. А? Явно какая-то хуйня будет. Явно. Так, ну давайте на следующий ряд. Не-не, давайте пройдем с вами. Нормально уже. Ой, бля. Бля, я его рот шатал нахуй. Честно. А, да. Мне он туда. Да посмотрим, что у нас тут есть с тобой. А, здесь закрыто. А это откуда мы пришли, что ли? Прикинь, откуда мы пришли?
Сейчас будет пиздец, я уверен, бля, какой-то. Ой, все, в пизду. Ой, все, в пизду. Один со четыре ставим с вами. А, ну эти твари. Нет! Ну пизда-то что, ребята. Это охуенно. Прикинь, что они сделали. Матч сделал. Не пизда. Блядь, прикинь, что они сделали. Еще два быстрых. Два быстрых, блядь. Охуеть. Давайте на следующую серию ставим. На следующую. Будет очень короткая эта серия. На следующую серию ставим эту штуку. Бля. Спасибо за просмотр. Там лайк, коммент, подписка. Вам не сложно, мне приятно. Увидимся в следующей серии. Давайте.